Костя, всем привет, ребята, я Димитрий, сегодня, ребята, я призрачный гонщик. Да, я призрачный гонщик, и мы с вами посмотрим способности его, и вау, я хочу, вау, как он быстро бегает. Посмотрим способности, поиграем за него, и, ребята, вы оцените, как играть, ребят, за вот такого вот, ребята, призрачного гонщика. Вау, а я могу поджигать, вау. Я на своем призрачном моцике. Ха, на своем моцике, ребят, тут гоняю. Ух. Как вы знаете, что призрачный гонщик бессмертен? Я должен сейчас быть бессмертным, да? Ай, да, я бессмертный. Видите, моцик взорвался, а я даже все. Блин, он взорвался, потому что нет! Фух, я не потушился, это хорошо. Ребята, вода это мой главный враг, если честно. Тихо. Это да? Ну 100% я ж огонь. Я могу потушиться. Ребята, что я умею? О, когда я на пробел жму, что-то происходит. Так, погодите, давайте это проверим, я не знаю. Тихо, на машинах или на тачках каких-нибудь. Не знаю, где у нас тачки тут. Главное воду. Ай-яй-яй-яй-яй, больно. Что? Погодите-ка. Реально перестал быть призрачным гонщиком? А, ну вот. Все восстановилось, все. А, опять не восстановилось. Сейчас включим опять призрачность, гонченность. Ха. Мне нужны тачки какие-то. Не поезда. Я с поездами так не получу. О, вау, все трясется просто. Блин, мне тачки нужны, правда. Давайте тогда себя переместим. Нам перемещаем, ребят. Мы тушимся. Дима, ребят, неважно. Дураков, дебилов, кто смотрит. А что будет? Вау, я если жму на пробел, ребят, просто все ломается. Ну, конечно, это все подпрыгивается и ломается. Убегайте! Люди! Тачки хана! Гранты тачки! Все! А это что-то? Это даже не поломалось! В смысле? В чем прикол? А, ну вот, все загорелось. Или это не тачка? Нет, это не тачка! Это из какого металла она сделана? Стоп, а я могу поджигать ее? Погодите. Да, могу! Отлично, колесо и поджог. Я! Ха! И высоко прыгаю. Опа! Я могу бегать реально. Быстро, очень быстро. Очень быстро. О, это что за такой лежачий... Ну, не важно, что это такое. Не знаю. Не, лежачий образ, да. Зажизненный. Это что за... Ребята, у меня, кстати, о, призрачного гонщика оружки есть. Это можно подорвать? Нет, получается, нет. А, ну вот это, наверное, да, вот это можно, ребят, подорвать. Смотрите, ну, давайте проверим на копах. Копы. Давайте тогда проверим на них, что ли. На копов проверим. Давайте сразу себе 5 звезд выдадим и на копов проверим. Копов. Неважно. На чем мы проверим. Так. Блин, а как отсюда выбраться теперь? А, ну все. Я уже испугался. Ну-ка. Ну и где копы? Что-то они так долго там. Уже что-то, ребят, вижу. А, ну вот они, нежданчики. Забор сломал. А теперь... Получайте! Вау, на! Воу! Ребята! Что с тачкой? Кто взорвал? А я могу поджигать? Ну да, я, получается, и поджигать могу. Ес! Поджог! Нормально так, я призрачный гонщик. Поджог. Чувака. Когда я ударяю? Нет, когда я ударяю, не поджигаю. Жаль, у меня цепи, конечно, нету. Смотрите, чем можно драться. Можно драться вот этим. Давайте вот этим вместо цепи. Будем драться. Смотрите. Тут кто-то есть? А вот так нельзя, да, делать?
Получается, да. Что-то копов нету. Куда они все попали? Попали. Тихо, тихо, вода. Опа. Призрачный гонщик, интересно, летать умеет? Ну, не знаю, ребят, он умеет или нет. О, копы. Блин, где копы вообще? Ребята, кажется, они там. А, ну вот они. Не жданчики, не званчики, вы куда едете, дебилы? На. Раз. Первого добил. Давай, давай, давай. Отлично, ребята. Так, так, мне надо, ребят, с ними разобраться как-нибудь. Вот так, копы. Поджигаем. Привет. Так, это вам, это... Нет, это Мордокар, ребят, всегда ответ. Давай колесо, что-то не поджигаешься. Что-то я не понял. О, другое дело, ребят. А ну-ка. А ну-ка, вы куда идете? Что-то долго. Ладно, получи. Опа. А тут у нас, ребята, нежданчики. И незванчики тоже. Так. Yes. На. Так, получай, чел, тебе. Ребят, сейчас вот этого бы надо уничтожить тоже. Раз. Стекло такое выбиваем. Давайте просто в тачку сядем сейчас. Здесь можно ремонт прописать. В принципе, ее не надо ремонтировать, так что погнали. Теперь вот надо. Ладно. Можно и подремонтировать. Что-то у меня тут не так, ребята. Подремонтировать бы тачку. Тачку бы сейчас подремонтировать. Так, лазим. Смотрите, а у нас оружие тоже есть, так что можно и пострелять. Блин. Вертолет дурацкий. На, отлично. Так, возвращаем. Не то взял. Призрачным гонщиком, ребят. Круто быть. Так, что там можно еще? Опа. Так. А что тебе, если вот так? Летать, ребята, можно. Призрачный гонщик летает. Первый раз это вижу. Он умеет летать еще. Ладно. О, тут вода, страшно. Страхово. А вот, ребят, наши копы и вертолетики. Я уже почти скрылся. Давайте тогда сейчас смотрите, что делаем. Копов убираем. На звезда и опа. Все. То они что-то нам, ребята, уже достали. Мне мешают. Охренеть. А теперь давайте проверим, реально он бессмертен или нет. Просто там на ударах и на стрельбе. Или он реально уже, ребят, бессмертен. Кажется, реально. Да, реально. Вау, так он очень сильный. Чел, у тебя эмоции где? Вот он, ребят. Привет. Пока. Ребят, просто нахрен его поджег. Я. Главное, чтобы моцик не загорелся. Это плохо, если он загорелся. А, ну, в принципе, он взрывался еще, моцик. Ребята, а мы выживали. Ну, это может быть... Так. Ну ладно, нет, это уже не так. Ребята, взрывы, это, ребята, уже серьезно. Ва-хо-хо-хо! Блин, ну так эпично, ребят, блин. Без колеса, да слезай ты, слезай с неба. Че так спрыгиваешь-то? Тупо. Вот
Эту песню я не знаю, она, конечно, не важна. Нет. Валя! Спасенники, дорога, спаси, босс, тебе. Так, ребят, давайте вот туда, хочу вот туда. Я хочу, ребят, туда. Это да. Эх! При! Я очень сильный! О! Я отталкиваю прям реально круто. Да вот шка! Ребята, ну наш главный враг это, в принципе, вода. Но если чуть-чуточку только там помочиться, то можешь. А, нет, да, вот да, ребят, если чуть-чуть помочиться, то это нормально. Так если много. Ребят, мне как-то страшно залезать туда. Блин, ну. Не-не-не-не, я туда не пойду. Ладно, ради вас, ребята, ради вас. Не, ребята, да, не да. Ты что, быстро не бегаешь-то? О, вы туда и уже, ребят, точно не пойдете. Видели, да? О, я потушился! Это, ребята, трэш был. Ну ладно, ребят, зато, ребята, мы, в принципе, ну, ребят, ладно, вообще-то, ну, зато, как бы, мы рассмотрели способности призрачного гонщика нашего. Ладно, вообще-то, всем пока, ребят, снять имечу. Всем пока-пока.